Так, попытка номер два. Тут не с руки, неудобно мне это все. Ну ладно. К сожалению, кусок упал. Отрубленный, но длину, я думаю, все запомнили, какая была. Вот так вот мы рубим волосы. Хотя нож, в общем-то, заточен немножко не под это. Не под рубку волос. Но с учетом тонкой заточки, хоть и микрозубчиками, но очень тонкими, рубить он волос на лету может. Вот это, кстати, очень сложная задача, потому что волос в данном случае достаточно тонкий. Рубка еще зависит от того, какой именно волос. Попробуем еще разочек. Да. Не знаю, слышен ли щелчок на камере. Сомневаюсь, что он будет слышен, но он присутствует. Ну, собственно, все. Короче, уже не получится. Вот все, что осталось.